Из того политического спектра, который мы имеем на сегодня, я вижу только единственного человека, достойного быть президентом. Это Олег Царев. Человек, который мужественно перенес вот эти все избиения, там, раздевания, пытки там, и сохранил человеческое достоинство, это настоящий мужик. Вот я вижу единственного человека. Все остальное это уже люди, которые, конечно, у основной части украинского народа доверия не вызывает, начиная от Порошенко и заканчивая все этими многочисленными там лишками и так далее. Это тихий ужас. Может быть, это виноват в этом и Янукович, и предыдущие президенты, то, что не смогли вырасти достойную смену, достойных лидеров. Все эти люди, которые, мне кажется, в первую очередь пекутся о своем собственном благополучии, о своем собственном эго, а интересы Украины стоят у них уже, наверное, на втором, на третьем, а то и на четвертом месте.